Всем привет, дорогие зрители! С вами канал недвижимости Paradise Alanya. Дорогие зрители, нашел очень хорошую квартирку в центре Махмутлара, недалеко от башни часов. Расстояние от моего места до моря максимум 343 метра. Проект у нас со всей инфраструктурой. Квартира находится на 9-м этаже, он как 10-й. Ключи от этой квартиры только у нас, мы уполномоченная компания. Отсюда у нас вид на море, с этой стороны, а также вот отсюда можно увидеть море, вид на горы, ну и вид на бочки и тарелки. Квадратных метров здесь у нас на балконе, так, здесь. Где-то 8-10 квадратных метров чистых. Застекленный балкон, юго-западная сторона. Гостиная комната, совмещенная с кухней, у нас 22 квадратных метра чистых. Мебель я не считал. Тут мебель мягкая и просто вот вся эта мебель. Фирма IKEA, даже ковер. Фирмы IKEA, кондиционер фирмы Beko. Угу. Хозяйка оставит все, кроме вот этой машинки фирмы Siemens, и заберет робот-пылесос. Бытовая техника у нас фирмы. Все, я сейчас сниму и поем. Так, фирма Арчелик. Вытяжка, видите, все стеклянная, качественная. Это посудомойка. Здесь у нас холодильник, что можно съесть. А здесь пока ничего. Потом, так, отсюда сниму. Сейчас я вам покажу спальню. Вот это у нас спальня. Тут чистые 10 квадратных метров и 300 сантиметров. 10-300. Отмерял лазерным измерителем. Видите, как свободно. Шкафчик у нас внутри. Я его не считал. Удобно пройтись. Качественная мебель. Кондиционер фирмы Beko. Качественное здание. Использованы качественные стройматериалы. Надеюсь, светильник оставят вам. Да, Philips. Так, еще что есть тут? Туда телевизор можно установить. Ага. 1+1 со всей инфраструктурой. Айда тут на данный момент 255 лир, наверное, будет 300 лир. Ванная. Санузел большой. Нормальный. Качественный опять стройматериал. Так, здесь у нас стиральная машинка фирмы Арчи. Извините. Фирма Арчелик А3++. Плюс 6 килограмм, туда нельзя лезть. И здесь у нас еще встроенный шкаф. Большой такой. Вот видите, там глубокий, хороший. И зрители. Говорю сразу цену. 88 250 евро. Есть мини у нас скидочка. Это 50 евро. Звоните, обсудим. Я сейчас покажу вам всю инфраструктуру, весь все здание снаружи, не закрываем ролик. Пирожочек это, центр Махмутлара, новостройка. Проект был сдан в 2018 году. Иду я вниз, показываю, не закрываем ролик. Итак, дорогие зрители, вот такие двери. Тут у нас домофон. До свидания, заработало. Все. Коридор.
Хотели тут посадить дерево, наверное. Два лифта у нас. Первый лифт, второй лифт посмотрим. На этаже у нас 300 квартир, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 квартир. Это на нулевом этаже. Вот такой лифт. Первый и второй также есть. Вместим 6 человек. Спускаемся на нулевой этаж. Угу. Проект построили, начали с 2016 года, сдали в 2018 году. В эксплуатацию, да, как бы зашли сюда жить. Если вас интересует какая-нибудь недвижимость, вы в Алании хотите купить квартиру, звоните заранее. Решите вопрос с деньгами. Если что, я помогу с переводом денег. У нас есть каналы, которые мы делаем там через криптовалюту и также другой вариант. Смотрите дальше. Спустился я вниз. Тут у нас детская игровая комната. Здесь фитнес. Девушки там. Фитнес не буду показывать. Здесь крытый бассейн. И стоит из двух блоков. Есть аквапарк, большой открытый бассейн. Выйти. Ага. Нашел я выход. Не буду мешать. Там дамочки прыгает. Здесь у нас сад, оттуда вход, блока, вот такое здание, впереди застекленное, большой бассейн, кто-то йогой занимается, здесь зона отдыха. Так, вот фасад здания. Тут душевые. Сауна, все внутри. Сейчас тоже вернусь, покажу я вам детскую игровую площадку. Теннисный стол. Ухоженный проект. Вот зона барбекю. Своя маленькая кухня. Тут парковочные места для лелисопедов. Вот там генератор. Желтый, я его видел, вы не увидели. Придете на месте, покажу. Здесь туалет с левой стороны. А здесь дверь откроется. Да, откроется. Здесь у нас доктор даже есть, и что? Санузлы. Тут спа работает. Хамам работает вторник, четверг, суббота. С 12 по 21.30. Все написано. Elite Life 5. Здесь у нас беседка. Санузлы. Красиво все сделано тут. Пардон, там купаюсь. Извиняюсь. Массажные столы. Сауна работает. Очень тепло, большая. Тут римская парная. Комната, кажется. Или просто душевая часть. Просто душевая. А где здесь что? Здесь кладовка. А где еще что? Путю. Здесь нельзя зайти. Короче, ищу что-то для вас. Подарок от меня. Но не могу ничего найти больше. Все. Дорогие зрители, все. То, что есть, показал. Римской парной не было, только был турецкий хамам и сауна. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram.
Viber. Если не отвечу в Телеграме, то дайте знать в WhatsApp, я зайду обратно в Телеграм. По вечерам захожу. Плюс 90-555-064-91-10. Также у нас сайт paradisealania.ru. Оттуда тоже можете связаться через чат со мной. 88-250 евро цена этой нешки. Прямо в центре Махмутлара. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Субботний рынок и тому подобное. Всем пока-пока.